Где шайба? Гол! Гол! Ну что ж, прекрасно. Павел Буре, лучший бомбардир нашей команды, открывает счет в этом матче, забрасывает первую шайбу. Восьмой номер. Хорошая передача, нужно убегать Павлу Буре, реализовывать момент, бросок, гол! Вот это здорово, вот это русская ракета, молодец Павел Буре. И контролирует шайбу защитник. Шайба уходит, и выход один на один. Гол! Гол! Третья шайба Павла Буре в сегодняшнем матче. Хет-трик. И, как вы помните, не выиграли. Убежит Буре. Убегает. Его цепляют, но Павел убегает. И далеко, чуть-чуть далеко отпускает шайбу, но она попадает в ворота. К огромной радости наших болельщиков. Яшин. Шайба вдоль борта. Буре бросает по воротам. И гол! Ну, вы знаете, сегодня день... Буре, это точно, это точно. За 5 секунд до окончания этой игры Валерий Буре, я думаю, поздравит сейчас своего брата, потому что Павел забросил 5-ю шайбу в этом матче и нашу 7-ю в игре.